Эй, приветствую вас на канале «Ща Ёлкин заценит». А Ёлкин у нас сегодня заценит комедию, пришедшую из Дании под названием «Дикий мужчина». Это комедия 2022, выйдет она 13 октября. Короче, эта комедия будет про человека, который хочет быть мужчиной, потому что ему кажется, что в наше время больше мужчин нет, и он попробовал все виды экстрима, ему не нравится. И он пошел в горы и добывать сам себе еду из лука и стрел и так далее. И жена с полицейским пытается как-то его успокоить, угомонить, что-то такое. И получается, он встречает того друга, который там попал в аварию. И... Короче, смотрите, наслаждайтесь просмотром. Кто кушает, приятного аппетита. А мы поехали. 16 плюс опять. Ну вот видите, он с луком, со стрелами идет, да, в магазин, в супермаркет. Здрасте. Предлагаю обмен. Мне продукты и три пачки сигарет, тебе топор. Варись, бульончик. Мужик реально в кризисе. Вы нашли моего мужа? И дочери здесь, да? Он собирался на корпоративный тимбилдинг. Что это? Дерьмо. О, сколько сообщений там и имейлов. Эй! Мартин? Муса. Это твой первый поход? Вынужденный. Сбился с пути. А ты тут что делаешь в таком прикиде? Живу здесь. Один, что ли? Нет, я живу здесь. Один, да. Ясно. У вашего мужа были проблемы с психикой? Нет. Мы, мужики, стали слишком нежные. Забыли, как развести костер без спичек, как поймать кабана. Ты поймал кабана? Нет. Его можно назвать грубым или жестоким? Нет. Мой муж обычный мужчина, без странностей, как все. Я испробовал весь экстрим, серфинг, бейсджампинг, участвовал даже в «Последнем герое». Все не то. Только тут настоящая энергия. Вау. Красота. Если решил стать викингом... Что он делает? Отошли от него! Опусти лук! Молчать! Что это за лохмотья? Он угрожал полиции. Будь готов к диким последствиям. Стой! Дикий мужчина. Дорогая. Мартин? Прости, я тут на зуме. В кино с 13 октября. Что я могу сказать? Я специально этот фильм ждать не буду, искать тоже не буду. Если попадется, я его посмотрю. Если нет, то нет. У меня не было такого «Вау, надо посмотреть». Но опять же, это только субъективно мое мнение. Если вы хотите посмотреть, вы можете начинать его ждать. И с 13 октября можете начинать искать на просторах интернета. Извиняюсь, конечно. Подписываемся, ставим лайки, жмем на колокольчик, чтобы не потерять. И до следующего раза.